Всем привет, меня зовут Дмитрий, мне 21 год, и я прошел онлайн-тренинг Владимира Шамшурина «Соблазняя лучших, оставаясь собой». Реально, мужики, я понял то, что Володя делает нереальные вещи, он изменил мою жизнь в лучшую сторону. Я помню себя до тренинга, и какой сейчас это два раза человека. Я не стесняюсь, я живу так, как я хочу, я делаю то, что я хочу. Похожу так, как я хочу, говорю то, что я хочу. Я делаю то, что я хочу реально. Раньше я там пытался как-то быть лучше, там, делать какие-то другие вещи. Но сейчас я такой, какой я есть. Мне нравится, мне в кайф. Все, я получаю только один позитив от этого. Я всем вам советую идти к Володе на онлайн, на живые тренинги, на любые. На все что угодно просто. Володя, он реально помогает своей работой. И с ним реально вот просто легко. Он объясняет. Все доступно, доходчиво. Ты это все осознаешь, принимаешь. И если ты делаешь правильно, твоя жизнь меняется. И к лучшему. На онлайне было много заданий, было много информации. Да, что-то было трудное, что-то было легкое. Но если ты хочешь, то ты делаешь. И ты меняешься, ты чувствуешь, как ты меняешься. Он давал нам работу над возражениями. Потом самомотивация была такая некая. И все это работало, все это помогало. Просто как ты воспринимаешь себя. Ребята, не жалейте, не думайте, идти или не идти. Просто идите, идите и делайте. Мой вам совет. Чем раньше вы это поймете, тем легче вам будет жить. Все, спасибо, Володя, всем пока.